Выстрелом из РПГ уничтожил 29 националистов. Быстрее 4 вражеских наводчиков. Застал врасплох группу диверсантов. Наконец-то. В одиночку отбился от неонацистов и вывел взвод из окружения уже не националисты. Уничтожил 5 замаскированных расчетов тут же. Убрал с пути тонны взрывчатки. Прямой наводкой положил 18 националистов. Да кто они такие? Кто эти националисты? Точным ударом сорвал планы врага. Обезвредил 35 иностранных мин. Сходу прорвал рубеж оборон. Комсомольская правда называется. Это кто? Это кто? Залпом уничтожил 200 националистов. Отбил ртом 4, отбил с роты 4 атаки, тогда ладно. Сохранил связь. Ну, по нему видно, с кем он связь сохранил. Взял в плен группу радикалов. Жду в плену Бандеру или хотя бы бью гусей. Эвакуировал 1000 раненых. Так потерь нет, раненых нет, откуда? Выиграл неравный бой. Ну, я даже комментировать не буду. Спас боеприпасы, товарищи. Просто герой этого пердёшина. Причем боеприпасы в первую очередь написаны. Восстановил под обстрелом переправу. Это родной брат того, кто мины снимал под градом пуль. Уничтожил 40 нацистов на пикапах с кочующими минометами. Он настолько крут, что его лицо заблюрили. Это не блюр, это блюль. Напомню, герой России первым заметил врага. Показал противнику тактический мешок. Если что, это про тактическое отступление в черном пакете домой. Вот это, короче, гроза кочующих минометов. Предрешил исход боя первым выстрелом. Сорвал 2 атаки радикалов. Да куда нацисты делись? Герой пошел на таран. Одним ударом уничтожил танковую роту. Новый Джеки Чан. Если что, чисто на кулаках. Вот, я его тоже искал, наконец-то. Это, кстати, ваш новый хозяин украинцы. Точнее, хозяин вашего неба. Завладел небом Украины. Я понимаю, что это значит, но все равно прикольно. Не знаю, кто это пишет, но опять. Сходу отбил населенный пункт у националистов. Вот это, вот точно герой. Оживил боевую машину на поле. Нет, если он ее оживил, вот тут я даже не буду спорить. Уничтожил врага 3 выстрелами. Грамотно определил приоритеты в бою. Герой.